борьба, соперники, да, пацаны, ну, на самом деле, пацаны в этом сезоне показывают очень высокий уровень. Процентов 70 ребят, которые приезжают сейчас, ну, я не думаю, что они стритовые бойцы. Ну, это ребята, которые реально тренируются, ну, каждые выходные, так сказать. Места в Колизее, к сожалению, не настолько много, чтобы принять столько участников. Но ничего, сегодня половина ребят уедет домой, а половина продолжит завтра битву в парме. И завтра придется побороться, на самом деле, да. Очень сложно будет, потому что все, ну, все на уровне, едут очень качественно, все держат, ну, выполняют задания судейское, что немаловажно. И посмотрим сегодня по квалификации, кто там куда доехал. Выехал на квалификацию, на первом кругу проехал. Маршалы говорят, какой-то звук у тебя в тормозах появился. Вроде пацаны посмотрели, все нормально. Проехал еще два заезда. Выехал, ну, решили поднять машину, посмотреть все это дело. Казалось, что просто наконечник разболтался уже, ну, пришло его время. Тем более у нас, как правило, очень крутое покрытие на наших любимых треках. Поэтому тачки надо строить не только как для дрифта, но еще с ноткой ралли. Ну, мы решили проблему, заменив наконечники, все. Ну, то есть, это мелочи. Как правило, никогда не хватает времени, чтобы подготовить машину вовремя, и всегда приходится делать все в последний день. Например, мы сегодня приехали и меняли топливный насос, потому что тот умер, и на высоких оборотах машина реально не ехала. Но решили проблему, это спасибо всей команде Drappers Crew. Пацаны молодцы, всегда именно на высоте. Да, это вообще было круто, когда я сидел вчера и думал, где мне достать денег, чтобы купить новых колес, звонит Леша и говорит, я, короче, тебе тут нарешал 6 новых колес, и типа именно проблема отлегла. Это очень приятно слышать такие слова именно в такие дни, как обычно, последний вечер, все решилось, супер вообще.
Тем временем у нас второй заезд этой пары. Близко Алексей ставится. Вольнул на все деньги. Так всегда надо ездить. Круто. Или ехать, или не ехать вообще. Какие могут быть ожидания? По-любому надо ехать в топ, добираться, бороться на максимум, не жалеть ни себя, ни машину, в разумных пределах, потому что можно далеко не доехать.
вот по рулю, я даже тебе стартую, меня руль не обрубает, а теперь вот так. На прямой я разгоняюсь, ставлю, ставлю руль, вот такая вот. Спасибо большое!